Рожковая кофеварка с ручным капучинатором, которая приготовит две чашки кофе одновременно. В этом обзоре у нас кофеварка из коллекции Active Line от фирмы DeLonghi. Модель ECP3321BK. В коробке находится сама кофеварка, фильтродержатель, фильтры, ложка-темпер, инструкция и гарантийный талон. Корпус кофеварки сделан из пластика и нержавеющей стали. Ее габариты 31 на 24 на 19 сантиметров. Вес 4 килограмма. Сзади корпуса кабель длиной 1 метр 30 сантиметров. Объем резервуара для воды 1 литр 100 миллилитров. Хватит на 3-4 средних чашки кофе. Сам резервуар съемный. Посмотрим на панель управления. Посередине корпуса ручка выбора функции и два индикатора работы. Если ручку повернуть вправо, то кофе начнет готовиться. А если влево, будет идти подача пара из капучинатора. Так вы можете подогреть и взбить молоко для капучино. Сварить кофе можно из молотых зерен или с использованием чалт. Есть возможность регулировки порции и крепости напитка. А еще машина поможет наливать две чашки кофе одновременно. Удобно, что тут можно использовать высокие чашки, до 14 см, и при необходимости подогревать их. Кофеварка требует определенного ухода. После каждого использования нужно промывать фильтры, опустошать поддон для сбора капель. Чистить от накипи нужно раз после приготовления 200 чашек кофе, а при использовании жесткой воды – чаще. Лоток бойлера мыть раз в месяц. Отметим, что у этой кофеварки есть функция автоотключения. Подытожим. Это компактная кофеварка, которая одновременно сварит две чашки кофе. Приготовить не только эспрессо и американо, но и капучино. Для этого есть ручной капучинатор. Можно выбрать объем напитка и крепость. Управлять этой кофеваркой не составит труда.